Друзья, всем привет! Только что вышли из джоб-центра, были на собрании. Очень позитивная встреча прошла, вообще нормально. Немка прикольная такая, все улыбается, шутит. И даже на русском немножко болтает. Вот. Был переводчик, украиноязычный, украиномовный, прошу прощения. Вот, все отлично, ну, украинскую я понимаю, разумею, так что мне это не проблема. Значит, дали нам две анкеты, мы их заполнили, одну сразу отдали, чтобы они внесли в компьютер наши данные. Ну, там банально все, там фамилия, имя, отчество, все как бы такого плана, на английском писали. Ну, там дети есть, какого года, у кого есть, нету, там, кем вы работали, ну, ничего такого, там, вопросов, может, 10-12, где-то так. Вот, и одну анкету дали нам с собой, сказали при первой встрече, в общем, заполните, принесете, либо в почтовый ящик им закинете на джоб-центр, либо принесете. Вот, по поводу вопросов, ну, задавали вопросы такие плана, там, то за социальные карты, то за дипломы, как подтвердить, как такого плана, как бы я не задал такого, что я хотел, как бы, ну, все такого плана, то по работе, то, в общем, так что ничего тут страшного нету на этом собрании. Все там сказать отлично. Мне понравилось. Не знаю, почему ставят 2 из 5 тут. Ну, пока все на позитиве, все понятно. А вот за социальную карту сказали, ждите письма, подтверждение, как все дано. Мы 2 недели тому назад нас оформляли. В общем, нам теперь нужно ждать письмо, чтобы получить потом выплаты и пойти получить социальную карту, ну, проездные на все, на весь транспорт, которые за 29 евро. Вот, если не получите, то идите, типа, покупайте за 49. Ну, а нам по всей Германии карта классная, она отбивается что за 29, что за 49. Вот. По поводу, если вы хотите, а, да, значит, самое главное, если вы не приходите на курсы, вы слетаете с пособия. Если у вас прогулы больше, чем 21 день, слетаете с пособия, с оплаты от жилья и медстраховки. Так что это немаловажно. Надо предупреждать куратора своего, что вы куда-то хотите уехать. Ну, там, на неделю, на 2 такого плана. Но больше 3 недель нельзя. Это в год, 21 день. С 22 дня вам все это дело прикроют. Вот. Что еще? Ну, в принципе, все. Теперь ждем письма. Всех поздравляю сегодня. Украинцев с Днем Конституции. Все будет хорошо. Всех люблю, целую. Украина, чао.